Привет, прогрессивные друзья. Это истинный следователь. Хочу показать вам ресторан Бахрома. Что-то номер один он. Среди чего он номер один? В общем, он почти что полный. Сейчас около 21 часа, вечер, середина недели. Вот машинки стоят, ну, такие более-менее нормальные, по миллиону, там по 2 рублей. Стоят они на газоне, здесь дорожка и газон, нет стоянки. Вот, никакая ГИБДД их не эвакуирует. Так. И они, вот, люди сидят, и они там тратят от 3 до 10, ну, может, до 100 тысяч рублей. Видите, сейчас, например, у бедных пенсионеров 7 тысяч с пенсией квартплату впихивают 10 тысяч рублей, они не могут заплатить, потом их тюряшку посадят. Ну, а те, кто их обирают, нормально сейчас живут и будут дальше жить. Ну, если их, конечно, не уничтожить. Поэтому нет никаких конфликтов там, государств каких-то там. Есть просто бандиты, убийцы, воры и люди трудовые, но достойные нормальной жизни те, кто борются. Если вот те, кто убивают, и они просто тихо умирают, то, в общем-то, их и не жалко получается. Не может же там 2 человека каких-то прогрессивных собраться и спасти 141 миллион, например, России. Так же не получится. Ну вот, просто ходил я мимо этих вот ресторанов и удивляюсь, блин, люди там, в основном те, кто работает с утра до вечера, не могут какие-то кредиты отдать. Но опять же я говорю, которые прогрессивный народ, который хотя бы понимает, не что-то делает, хотя бы понимает, что государства нет, есть бандиты, которые называют себя государством и хотят, чтобы ты умер за вот это бандитов. Причем им уже у них по 10 квартир, 10 машин, и они хотят купить там сотую машину, сотую квартиру, которые пустые стоят. То есть вы умираете за вообще за пустую машину, которая будет стоять, и квартира, которая будет вечно пустой. Вот за что сейчас люди умирают. Так что кто сидит сейчас в ресторанах, ну это вот 100% какие-то бандюганы или воры, или дружки, родственники бандюганов, воров. Тут не сидят сантехники, электрики. Ну, может, конечно, сантехник-электрик, если у него зарплата 1050, может посидеть там 10 на 10. Но обычно этого не делают. Поэтому фактически здесь сидят предатели Родины и Отечества. Всем пока, друзья. Слава прогрессу, слава мне.